Итак, вы с вами в акватории Невы. Видите, сами здесь есть чем полюбоваться. Ну, обо всем по порядку. За нами остается Дворцовая набережная. И здания на ней принадлежат Эрмитажу. Парковый зимний канавкой соединяет Эрмитажный театр у сверху зеленой крыши со старым Эрмитажем. Рядом, с левой стороны, небольшое светло-зеленое здание с белыми колоннами. Малый Эрмитаж. И уже на углу слева здание, богато украшенное скульптурой. Это и есть Зимний дворец. Строится для единой славы всероссийской, так говорил сам архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. Вот в нескольких комнатах Зимнего дворца, а здесь более тысячи помещений, Екатерина Великая решила себе устроить место уединения, Эрмитаж. Посмотрите налево, за Зимним дворцом появляется золотой шпиль Адмиралтейства с флюгером-корабликом. Вот этот маленький кораблик давно стал одной из эмблем города. Появится золотой купол Исаакиевского собора. 100 килограммов чистого червоного золота, что только на позолоте этого купола. Но за все время существования собора, а его осветили полтора века назад, этот купол ни разу не пришлось завозить вновь. Пришла время войны, его покрывали специальной защитой серой краски. Но 40 лет жизни французский архитектор Агюст Монферран посвятил созданию Исааки. Слева по борту дворцовый мост. За ним, впереди, слева, здание с башенкой. Это Кунсткамера, первый в России музей. Еще Петром был основан. И впереди стрелка Васильевского острова с растральными колоннами. Она словно делит Неву на два больших рукава, Неву большую и Неву малую. В самом центре стрелки здание с белыми колоннами, напоминающее античный храм. Это бывшая биржа. Здесь когда-то заключали торговые сделки. Почти 150 лет на стрелке Васильевского острова был морской торговый порт. Слева по обеим сторонам стрелки 32-метровые растральные колонны. Еще в Древнем Риме специальные колонны украшали ростры, основными частями захваченных кораблей. Чем больше их было, тем значительнее считалось победа. Эти колонны первоначально служили маяками. Сейчас они маяками, конечно, не служат, но в дни праздников здесь тоже зажигают огни. Вот недавно, 12 июня, в День России, горели огни на растральных колоннах. И, скорее всего, алые паруса завтра ночью тоже будут зажигать. Наверное, вы слышали об этом празднике. Вы не наверное, несомненно, слышали. Алые паруса. Обычно этот праздник проходит в ночь субботы на воскресенье. Но вот сегодня, 22 июня, это ведь день начала войны. День памяти и скорби. Поэтому праздники перенесли. В городе уже все к нему готово. Концерт, как обычно, начнется в 23:00 на Дворцовой площади. Но попасть туда смогут только выпускники. И кого-то они могут пригласить. Одного человека, у каждого по два билета. Раньше у нас была вторая площадка на стрелке Васильевского острова. В этом году из-за ремонта Дворцового моста ее не будет. А биржа, на здании биржи установят огромный экран, на котором будет транслироваться тот же концерт с Дворцовой площади. Ну а все остальные, безбилетные, могут прийти просто на набережную и полюбоваться, как обещают, незабываемым пиротехническим шоу. Вот посмотрите, справа стоит длиннющий понтон, его длина 400 с лишним метров. Вот как раз здесь ночью, завтра, в 1:40, и начнется это обещанное действо. Длится оно будет всего 23 минуты, немного, конечно, но будет выпущено 54 тысячи залпов. Ну а потом роль свою будет играть корабль с алыми парусами. Вот, посмотрите, справа по борту он виден. Но о нем я вам расскажу чуть позже, когда мы с другой стороны обойдем крепость. И вообще, если какие-то у вас вопросы будут именно по поводу праздника, то, наверное, после экскурсии уже спрашивайте. Просто не хочу, чтобы моя экскурсия превратилась только в рассказ о празднике «Алые паруса». То есть есть еще чем полюбоваться в городе нашем. С правой стороны сердце города – Петропавловская крепость. Возник город в ходе Северной войны. Она началась в 1700 году. Длилась 21 год. Война ту рассеяла со Швецией за возвращение исконно русских земель, за выход к Балтийскому морю. И вот 16 мая по старому стилю, 27 по стилю новому, в 1733 году здесь, на этом маленьком островке, который называется Яни-Саари, что в переводе с финского означает «Заячий остров», и была заложена крепость. Этот день считается днем основания города. Первоначально крепость так ведь и называли – Санкт-Питербург, крепость Святого Петра. Вскоре это название передается и городу, который здесь рос. А саму крепость называют Петропавловской, так же, как и собор, который вначале был деревянным, а уже позже его перестроили в камни. Вот он, собор, справа, в центре крепости. Высота его колокольни, вместе со шпилем, конечно, 122,5 метра. И пока это самое высокое архитектурное сооружение Петербурга.
С левой стороны, за Биржевым мостом, здание с темным куполом и флагштоком, это бывшая таможня. Сейчас Институт русской литературы Российской академии наук, больше известный под своим историческим названием Пушкинский дом. Наверняка вы обратите внимание на большой трехмачтный коричневый корабль с левой стороны. Он здесь появился в 2004 году. Открыли в нем первый и пока единственный в Петербурге фитнес-центр на воде. Так что здесь есть хороший, большой, но весьма дорогой тренажерный зал. Рестораны тоже есть. Куда сейчас без них? Здесь их даже три. Назвали его красиво. «Летучий голландец». Это практически копия голландского флейта «Амстердам». Тот еще 18 век и строился в Голландии, конечно. А этот наши мастера под Питером сделали из лиственницы. А вот в основании его огромная бетонная плита.